старта нашего благотворительного велопробега «Сердце километра» осталось 10 дней. Все участники активно тренируются и с нетерпением ждут того самого волнительного момента, когда они дружной компанией отправятся в свое большое путешествие. Еженедельные тренировки на свежем воздухе в максимально приближенных условиях и силовые нагрузки на занятиях в тренажерных залах. Настрой у ребят боевой, стараются не отставать и взрослые. Устаем, но катаемся. На первой тренировке проехали мало. Мальчишки 2-3 круга, я один осилила. А сейчас? Ну, сейчас мальчишки проезжают уже и 5 могут проехать, ну, я 2-3. К слову, один большой круг на острове Татышев порядка 7 километров. И чем ближе веломарафон, тем серьезнее тренировки и требовательней наставники. Велосипедист, он постоянно вращает педали. Ксюша и Кирилл тоже едут в велопробег. До сегодняшнего дня тренироваться им приходилось на домашнем велотренажере. Теперь ребята осваивают подарок наших неравнодушных телезрителей. 2 новеньких велосипеда. Ксюша очень рада, что велосипед у нее не розовый. Ну, Наташа Ташеви, я тренировалась на розовом очень велосипеде. Он был ярко-розовый, такой весь девичий. Мне не понравился. Он такой скоростной, и на нем быстро ездишь, там тормоза очень хорошие, тормозите, если там машина едет, быстро можно. Впереди у ребят большое путешествие. Им вместе со всеми участниками велопробега предстоит преодолеть 700 километров. За время своего тура они проедут 10 городов по всему краю. Ждем очень, потому что вообще не представляем еще, как это все будет происходить. Очень интересно на все это посмотреть. Вот, готовимся самостоятельно, потому что загружены и работой, и всем остальным не успеваем на тренировки. Вот, ну, надеемся, что справимся. Вот, если не справимся, папа приедет, заберет. В каждом городе наших участников уже ждут экскурсии, фотосессии, концерты и пляжный отдых. Мы надеемся, что все участники «Сердца километров» не только замечательно проведут время в велотуре на каникулах, но и после нашего проекта обретут полноценную счастливую семью. Дина Володина, Сергей Камашев. Новости. Генеральный партнер проекта – компания «Красцветмет». Партнер проекта – Красноярский алюминиевый завод компании «Русал». Страховой партнер проекта – компания «Росгосстрах».